В отеле «Шератон Уфа» сегодня открылась единственная в России баня на крыше. Ее особенность – стеклянная парная с панорамным видом на город. Первыми гостями уникального банного комплекса стали депутаты, общественные деятели, журналисты и блогеры. Баня на крыше отеля «Шератон» совмещает традиции русской бани и сервис пятизвездочного уровня. На площади 150 квадратных метров разместились парная зона с печью на дровах, купель с ледяной водой для контрастных процедур, большая купель джакузи из ценных пород дерева, просторная лаунж-зона с камином и выходом на балкон. На территории бани можно получить и все необходимые спа-процедуры. Комнату украшает панно из гималайской соли. В отделке банного комплекса только натуральные экологичные материалы. Баня на крыше отеля, где будет печь на дровах, и все процедуры будут соответствовать самым таким требовательным банщикам, тем людям, которые хотели насладиться и видами одновременно, и, в общем-то, профессиональным парением, то вот было сделано такое место. Потребовалось, конечно, определенное время для того, чтобы все было просчитано и сделано безукоризненно. Я уверен, что та задача, которую мы как акционеры ставили, когда, в общем-то, создавали этот проект, чтобы, в общем-то, Уфа соответствовала всем международным нормам, в общем, это как раз достигается, и уже есть результаты. Баня на крыше – это не просто слоган, это действительно баня, которая находится в Поднебесье. И когда гости наши будут посещать нашу парную русскую баню, то эффект воздушности, эффект восхищения получат сразу с первой же минуты, когда они только зайдут в нашу парную. Поэтому данный проект очень актуален, востребован. На работу в банный комплекс пригласили лучших профессиональных парильщиков. По желанию гостей в баню на крыше можно заказать еду и напитки из ресторанов отеля «Шератон». Я, наверное, видела такое в Баден-Бадене, да, но там просто город не такой высотный, как у нас. Это потрясающе, то, что здесь сделали. Я даже сейчас не говорю про скандинавские веники, про какие-то уникальные камни, гималайские соли. Я говорю, в принципе, что это очень красиво сидеть, отдыхать с друзьями. Давно был запрос от наших китайских партнеров, коих мы очень много привозим в наш славный город Уфа. А есть ли у вас что-нибудь вот в плане банной культуры? Поскольку наши китайские партнеры любят определенный уровень приватности, нам было сложно подобрать для них вот подобный формат. Но теперь, я думаю, мы знаем, куда и зачем их водить. Тем более, что большинство из них останавливается в Шератоне. Ничего подобного в Уфе я не видела, и я думаю, что в ближайшее время не увижу. Поэтому всем настоятельная рекомендация быть здесь, побыть здесь хотя бы один раз. Баня на крыше одновременно может принять компанию до 15 человек. В «Шератоне» уверены, комплекс станет излюбленным местом проведения корпоративов и семейных торжеств. Однако главное, объект должен стать одной из точек привлечения туристов в столицу региона.